Привет, ребят, с вами дядюшка Алишоу, и сегодня я подготовил новую бомбезную подборку самых крутых вещей сайта AliExpress, которые точно вам понравятся, это я обещаю. И обязательно досмотрите этот выпуск до конца, в конце мы запускаем конкурс на новый смартфон Samsung Galaxy A31, который любой из вас может выиграть абсолютно бесплатно. Ну а теперь скорее беги на кухню за чайком и вкусняшками. Если уже все приготовил, то присаживайся поудобнее, не забывай поставить лайк. Ну а мы начинаем. Ничего себе, блин! Я долго думал над тем, стоит ли вам показывать эту штуку, потому что выглядит она, мягко говоря, небезопасно. Эх, ладно, раз уж заикнулся, то так и быть. Это довольно опасный брелок, представляющий собой капкан. Правда, настоящий капкан, только уменьшенный в размерах. И самое удивительное, что он совсем не похож на безобидную безделушку. Ловушка на самом деле работает, реагируя даже на слабое касание. Поэтому я просто обязан вас предупредить. Это, конечно, не факт, но лучше бы не совать в нее пальцы и другие конечности, если не хотите повторить печально судьбу крекеров на очереди у меня стилевый электросамокат в сет 10 ребят скажите мне одному он своим черно-желтым дизайном напоминает lamborghini aventador согласитесь смотрится эффектно по крайней мере он выделяется из серой массы кроме того самокат очень быстрый. и два двигателя мощностью 1400 ватт в спортивном режиме разгоняют этого красавца до 80 километров в час также здесь есть два режима turbo и эко к интересным фишкам транспорта можно отнести и мобилайзер NFC k Lock. С этой штукой вы можете быть уверены в том, что никто не угонит ваш самокат. Стоит упомянуть и об удобной складной конструкции, ну и естественно не обошлось без ярких фонарей, мигающих стоп-сигналов, встроенных указателей поворота и красочного RGB логотипа на борту. Ребят, я вам сейчас такую пушку покажу, вы просто обалдеете. И нет, не в смысле оружия. Это футуристический кубик Рубика. Он представляет собой полностью сенсорный куб со светящимися сторонами, которые не нужно крутить, чтобы собрать. Все делается касанием. Проводите пальцем в нужную сторону и кубики самостоятельно прокручиваются. А еще интереснее здесь то, что благодаря встроенному акселерометру головоломка реагирует только на прикосновение к верхней части, исключая вероятность ложного срабатывания. Игрушка запоминает все ваши ходы, поэтому их всегда можно отменить, на в случае, когда нет идей, даже дает подсказку. И вот только скажите, что вы не захотели себе такой кубик. Следующую игрушку заценят все фанаты машинок на пульте управления. Это гусеничный трактор Джон дири 9570 RX, представляющий собой уменьшенную копию оригинальной модели. Он выполнен в благородном зеленом цвете. Для большей реалистичности производитель оснастил игрушку светящимися огнями, установленными на кабине, а также передними и задними фарами. Гусеничный ход – это просто сказка. Благодаря его наличию машинку можно смело таскать с собой на улицу и гонять даже по бездорожью. Какое чудо! Это крошечная открывалка Prime Ее размер составляет всего 17 на 7 мм. В качестве материала изделия использован титановый сплав, так что в надежности сомневаться не приходится. Открывалку можно закрепить на связке ключей и всегда держать при себе. Мало ли, когда она может пригодиться. Для того, чтобы с ее помощью открыть напиток, необходимо зацепить крючком крышку и резко выдернуть ее вверх, как будто штопором открываете бутылку вина. Ну а это, ребятки, просто шикарный вариант для прогулок где-нибудь на даче, я вам говорю. Что может быть круче, чем езда на собственном мини-джипе? Ну вы мне скажите. Тем более, когда он сделан на 150-кубовом и четырехтактном двигателе, имеет механическую коробку передач, электростартер, прямо как у настоящего автомобиля, толстое прочное шасси, шикарную амортизацию и надежный корпус. И это я только малую часть его преимуществ вам назвал. Короче, тачка реально огненная и определенно заслуживает внимания, тем более она спокойно вмещает в себя даже несколько взрослых человек, отчего чего будет круто покататься с друзьями. Отлично светит фары, едет плавно, смягчает любые ямки, шустрая. Ну просто мечта а не джип, но и вдобавок лично мне такое просто особенно важно. Издает реально топовый звук выхлопа. А что вы думаете о такой машинке? А это достаточно забавная, недорогая и очень нужная вещь. Мой друг покупал такую своей жене, которая вот вот сдавала на права, чтобы она случайно не поцарапала его машину при открытии дверей. Он взял простенькие наклейки, которые и смотрятся стильно и защищают транспорт. Естественно, если вы только не будете прикладываться во всю силушку богатырскую, в этом случае я очень сомневаюсь, что наклейки помогут. На нее устанавливаются на горячие точки транспорта, на двери, которые чаще всего могут касаться стен и других машин при открытии, а также на бампер или багажник. Силиконовый наполнитель принимает на себя удары, таким образом оберегает от неприятных ситуаций. Заранее хочу извиниться за то, что сейчас потрачу ваше время на вещь, которую вы вряд ли захотите купить. Хотя, как знать, это useless box и нет, это не я так решил. Ему реально дано такое название. Бесполезная коробка не несет в себе никакого смысла абсолютно. Она полностью деревянная, а вот эти шесть переключателей нужны здесь лишь для того, чтобы в момент, когда вы попытаетесь их, их переставить в другую сторону, из коробки появится палец и вернет тумблер обратно в исходное состояние. И, впрочем, все. В этом вся суть чудного бокса. Если честно, я даже антистрессом это назвать не могу. Игрушка скорее вызывает у меня раздражение, чем помогает расслабиться. Вау, wow, модники вы на месте! Я тут нашел для вас годную штуку. Это очки, которые каждый знает из мемов. Они пиксельные, что как раз смотрятся невероятно круто. Я бы серьезно позавидовал их обладателю. Несмотря на свой потрясный вид, очки еще и удобные. На мое удивление, они не оставляют после себя дурацких следов на носу и не доставляют дискомфорта во время ношения. От солнца, кстати, тоже защищают, поэтому я вообще не вижу причин, чтобы отказать себе в их покупке. У меня всегда была одна мечта. Я никогда не умел что-нибудь резать на ровные части, даже тот же лук. Или, например, помидор, огурец или все в этом духе. Поэтому в моем салатике можно найти как совсем маленькие кольца, так и огромные. А это уже не говоря о том, какими у меня получаются бутерброды. Короче, делюсь лайфхаком. На Алиэкспресс я нашел себе такую вот простенькую штуку. Это слайсер для нарезки. Говорят, что для нарезки лука, но я его применяю для других овощей или фруктов. Его задача держать продукт, а специальные зубцы направляют нож для получения идеально ровных колец. А теперь я попрошу всех слабонервных отойти от экранов, потому что сейчас будет конкретная жесть. Это инопланетных размеров многоножка, управляемая пультом. Ее можно напугать так, что человек целый кирпичный дом построит. Не, правда, она огромная и очень противная. Я бы побоялся даже в руки ее брать. Так что если вы хотите устроить своему другу прикол, или вас не пугают, а наоборот умиляют такие существа, хватайте на заметку. А я продолжу. Так, а я не понял, вы что, расслабились? Думали, лето закончилось, значит, можно теперь запасаться едой в спячку, как медведь отправляться? Не, так не пойдет. Поэтому давайте вместе заниматься спортом дома. Я вот уже давно беговую дорожку нашел. И нет-нет, не нужно мне сейчас сдвигать, что у вас не найдется для нее места и бла-бла-бла. Я все продумал. Это складная беговая дорожка, которая готова к использованию уже из коробки. Она оснащена встроенным экраном, на котором можно отслеживать такие полезные данные, как время, скорость, сожженные калории, а также пробег. По габаритам она 120 на 42 сантиметра. По умолчанию максимальная скорость беговой дорожки составляет 6 км в час, что больше походит на спортивную ходьбу. Ограничение можно снять только когда вы пройдете первые 3 километра. Ну и главная фишка – складная конструкция. Как только вы позанимаетесь, дорожку можно будет аккуратно сложить и убрать на балкон или под кровать, чтобы не мешалось. А это спрей для цитрусовых. Согласитесь, иногда в блюде не хватает кислинки, и чтобы она появилась, мы добавляем в него пару капель лимонного сока. Однако после того, как вы разрежете и выдавите лимон, его половинки начнут чуть по чуть засыхать. Да и к тому же чаще всего нужно лишь пару капель, а не целый лимон. В таких случаях как раз и будет полезна такая вот штучка. Она вкручивается в сам фрукт благодаря спирали, и все готово. Теперь вам понадобится лишь пару раз прыснуть на блюдо, и вуаля, бон аппетит! На очереди у нас захват Горилла Грипер. Он был создан для подъема, переноски или перемещения листовых материалов. Короче, в ремонтных работах must have вещь. Его часто используют грузчики или строители. По сути, такое вот необычное приспособление способно в разы облегчить транспортировку материала, Благодаря особенной конструкции зажим сам подстраивается под нужную толщину и обеспечивает надежную фиксацию. Поэтому с его помощью можно переносить как тонкие листы металла, так и плиты МДФ или гипсокартон. Максимальный вес, который он сможет выдержать, составляет 45 кг. А это радиоуправляемый катер для рыбалки, с помощью которого можно доставить прикормку в разные труднодоступные места. Он оборудован специальными тихими двигателями, которые не распугают всю рыбу, а также имеет устойчивый корпус. Два контейнера вмещают в себя по 850 граммов прикормки. Кроме того, их можно использовать для того, чтобы закинуть датчик эхолота в нужное место. Почти в каждом торговом центре стоят небольшие такие автоматы с разными вкусняшками, чтобы получить которые нужно вставить монетку. И я не знаю, каким образом это работает, почему они меня так притягивают, но ни один мой поход за вещами или продуктами не обходится без этих автоматов. И тут я нашел на Алиэкспресс почти такой же, только меньший в размерах. В него можно поместить любые сладости. Главное, чтобы они подходили по размеру. Чтобы их получить, как в случае с настоящим автоматом, потребуется вставить и прокрутить монетку. Только на этот раз вы сможете вернуть свои денежки обратно и повторить процесс для того, чтобы при выполнении ремонтных работ добраться до труднодоступных мест, при этом в которых еще нет света, приходится изощряться и придумывать самые разные неудобные позы. Поэтому я хочу показать вам универсальный наручный фонарик, который установлен прямо на часы. Так у вас будет не только браслетик с полезной информацией в виде времени, но и клевый помощник в непростых бытовых ситуациях. И просить о помощи никого не придется. Кроме того, на браслете еще и установлен мини-компас. Ребят, ну вот и подошел этот ролик к концу, но у нас еще остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A31. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя. А в предыдущем конкурсе победил Владимир Горьковый. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Все, всем пока.